зрители и подписчики моего канала, я всех приветствую. С кем я лично не знаком, меня зовут Антон. Я продаю недвижимость в городе Сочи. В основном это срочные предложения по цене ниже рынка. Это вторичные предложения. Вот. От застройщики ничего не продают, так как считаю, застройщики цена изначально завышена и окончательно. Вот. Это квартира продается в жилом комплексе «Сочи Парк». Купили мы ее черновую, еще на этапе строительства, по очень выгодной цене. Сделали ремонт, и сейчас по очень выгодной цене мы ее продаем. Вот сейчас смотрите внимательно, как заходим, у нас здесь коридор. Вот сейчас я выйду, начну показывать все заново. Вот такая вот крутая входная группа и территорию комплекса. Покажу все, расскажу. Сейчас здесь соседская квартира еще делается, ее осветим чуть позже. Вот заходим в квартиру. На полу керамогранит, теплый пол, все ровно, качественно, то есть не один ремонт мы уже сделали такой, знаем, как это делать с хорошей двери. Смотрите, как закрывается. Теплый пол, керамогранит, все в таких цветовых тонах, светлых, хороших. На потолке подсветка, зона хранения вещей, большой шкаф, то есть большой просторный шкаф. Здесь такая вот кухня, встроенный холодильник, посудомоечная машина. В квартире все качественно сделано. Вот. Когда вы здесь окажетесь, вы сами все это поймете. Диван раздвигается, сплит-система, подсветки и вот такой прекрасный вид на горы. Вот обратите внимание, заснеженные шапки, как это красиво все смотрится. Камера просто этого не передает. Вот сейчас примерно я вижу вот так вот все. Потому что снимаю в 0.5, это вот так показывает, но широкоуголки. Вот сейчас с окна я вижу все примерно вот так вот. И слева видно, вы видите, заснеженная шапка тоже, если обратить внимание. Жилой комплекс «Сочи Парк» — это дома бизнес-класса. Построены они в микрорайоне Бытха. Это северный склон, это торговый центр. Подземный паркинг. Многоуровневый паркинг здесь есть, школа на 1100 мест, сад. Это жилой комплекс «Кислород» уже. Он состоит тоже из 9-9-этажных корпусов. Плюс тут также здесь строится при участии администрации экопарк на 4,5 гектара. Тропа Троинкур, то есть микрорайон очень развивается, и он, в принципе, уже сейчас очень развит. Вот такая вот квартирка, стоит она чуть больше 10 миллионов рублей. Позвоните, я вам более подробно расскажу. Почему говорю чуть больше 10? Потому что цену не могу сказать. Немного, может быть, даже поменяется. Может, подороже будет. И чтобы, ну, просто так не сболтнуть, я вам говорю чуть больше миллионов. Цена будет очень приятная. И кто мне позвонит, я сделаю хорошую скидку и продам вам эту квартиру по выгодной цене. Вот. Этаж высокий, качественная квартира. Вот. Сейчас мы спустимся вниз. Сейчас я сразу все выключу и одним кадром мы спустимся вниз. Я вам покажу территорию крутую. Многие, может, не знают, хотя он нашумевший. У всех на слуху, все его знают, да? Он знаком. Так, здесь я тоже выключил. И вот здесь выключу сейчас свет. Вот так вот. Керамогранит такой удачный, прям свет обалденный. Так, все, я выключил, все закрыл. Вот, пошли. Вот, закроем. Сейчас положим ключик, чтобы коллеги-риэлторы показывали. Тоже потом. Сейчас, минуточку. Чтобы постоянно сюда не ездить. Вот сделаем так. Том, ты в кадре? Я в кадре? Да. Хорошо. Будешь на моем YouTube-канале. Все. Все одним кадром снимаю. Также выйдем на балкон, покажу вам. Смотрите, как здесь все красиво и масштабно. Обалденный, прекрасный вид. Территория комплекса, зона барбекю. Можно пожарить мясо здесь. Много парковочных мест. Также у нас есть здесь паркинг. Вот, стоит он 1,5 миллиона рублей. Здесь есть и дешевые по 1,3 миллиона. Вот, на нижних этажах тоже можем вам их порекомендовать. Еле, да, еще. Тут школа строится, про то, что я говорил, на 1100 мест. Ну, в две смены получается, 2200. А вот он, жилой комплекс, и сразу.
отдел продаж его. Но мне почему-то больше нравится Сочи парк. Во-первых, здесь окна такие панорамные, стеклянные, фасад здания, сейчас мы выйдем, покажем. А вот кислород, вот немного не знаю, почему такие у них окна маленькие, но это, конечно. Но зато здесь, допустим, в кислороде есть балкон, а здесь в Сочи парке нет балконов, то есть фасад стеклянный, все из стекла. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, едем на первый этаж. Такой вот лифт. В каждом доме по два лифта. Один грузовой, другой пассажирский. Видеонаблюдение. Лифты хорошие. Вот так вот выглядит комплекс. Кстати, в вечернее время комплекс очень хорошо подсвечивается. Очень красиво все это выглядит. Классно, конечно. Уже на 6-м этаже, и на 5-м, ну неплохо спускается, с 15-го, чё уж мы сколько едем-то, 20 секунд, 15. Сейчас увидите, какая крутая входная группа, консьерж сидит, так все дорого, богато, заходишь, ну ресепшн, конечно, классно, здорово. Смотрите, какая входная группа крутая. Стильно, красиво, не правда ли? Еще раз здравствуйте. А я вас не снимал, я быстренько так. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Закрыть двери? Ага, хорошо. Вот такая вот входная группа. Реально крутой, хороший комплекс. Сейчас вам покажу. Также люди собираются, бывают здесь, и шашлыки можно пожарить. И посидеть. Может, а пойдемте в другую сторону. Шашлычницу я вам, в принципе, показал оттуда. Вот к ней спуск. Давайте спустимся. Тоже 9 корпусов, 19-этажных. Здесь у нас торговый центр большой, и Пятерочка, и магазины, и чего там только нету. Вот он паркинг многоуровневый, соответственно. Здесь у нас и МФЦ расположился сейчас новое. Очень много зелени, высажено всяких растений красивых. Здесь вы можете спуститься с семьей, да? Компании своей пожарить мясо, вот, сделать шашлык, посидеть, все, вот обратите внимание, чистенько, за собой убирают, все это контролируют. Здесь вот тоже вот у нас такая детская площадка, там зона воркаута, ну пойдемте здесь, это подземный паркинг. Вот подземный паркинг, повторюсь, стоит у нас 1 700 000. Вот там вот многоуровневый паркинг. Здесь парковка, она дорогая, подземная, стоит 3 000 000 рублей. Вот, в самом доме. Все мои клиенты, в основном, кому я рекомендовал, они брали парковку здесь. Ну, здесь, конечно, разница. Говорю, от 1 700 000 до 1 300 000, в зависимости от уровня парковки. Конечно, цена совсем другая. Места во дворе свободные, кто где припарковался, территория закрытая, подъезжаете по телефону, набираете в телефоне, да, и в принципе попадаете сюда на территорию. Красивые, да, дома? Здесь зона воркаут, все для людей, развязка очень удобная, мне нравится. Хороший комплекс. У застройщика цены здесь начинаются 18 квадратов за 8 600. Мы такие площади продаем по 6 500 000. Одна у нас квартира вообще с ремонтом есть, здесь есть срочная продажа за 7 000 000, 18 квадратов с ремонтом. Это вот, может, слышали, жилой комплекс Министерские озера. Вот приблизил. Это жилой комплекс Министерские озера. Комплекс уже сдан, частично заселен. Покажу вам вот эти корпуса, это была первая очередь.
первые три дома. Первый, второй и третий корпус. Вот они идут. Первый, второй и третий корпус. Туда, я не знаю, есть смысл проходить, столько времени займет. Ролик растянется. Уже 10 минут снимаю. Вот здесь детские площадки. Сейчас также сюда спущусь. Ну, давайте, что уж. Все буду освещать, вам показывать. Тот корпус тоже очень интересный. Там и фонтаны. Классный, конечно. Вот видите, про что я говорил. Здесь балконов нет, фасад такой стеклянный. Тоже, вот если обратить внимание, здесь управляющая компания очень за этим хорошо следит. Мою 2 раза в месяц. Посмотрите, какие чистые окна. Вот, пожалуйста. Это жилой комплекс у нас Мерката. Вот он. Виды, конечно, здесь просто потрясающие. Дышится легко. Камера, говорю, это просто все это не передает, этот масштаб. Проект, конечно, просто крутой. Просто крутейший. 9 19-этажных домов бизнес-класса. Все под видеонаблюдение. Столько всего здесь. Ну, для людей все делали. Крутой, хороший проект. У нас здесь самые лучшие цены, потому что мы покупали еще на этапе строительства. 24 квадратных метра с ремонтом могу, правда, предлагать. 10 плюс, там, чуть больше. Цены немного у нас будут сейчас меняться, повышаться начнут. Ну, вот, ориентируйтесь. В таком бюджете. Здесь сейчас тоже поднимемся. Ну как вам? У всего есть своя цена. Вот. Также у нас есть, кстати, 38 квадратных метров здесь по хорошей цене. 11,5-12 миллионов. Разные есть от зависимости от этажей. Плюс у нас есть 24 квадратных метра. 7,5-8 миллионов. Это я называю черновые. Все зависит тоже от этажа. Чем выше этаж, тем дороже цена. И также у нас есть 45 квадратных метров. Осталось пока 3 квартиры сейчас, которые вот пул открытый. Мы их тоже готовы продать за 14,5 миллионов. Здесь тоже зона барбекю. Вот масштабы какие стройки, представляете? Какая огромная территория. Чего здесь только нет. Вот такая вот тоже мангальная зона. Зона барбекю. Вот он сама мангал какой обалденный, кирпичный. Надо стабилизатором не брать. Следующая моя съемка будет со стабилизатором. Посмотрите, какой уголок. Не знаю, здесь пройду я, нет? А, вот открыто. Это у нас корпус капля. А сюда, если дальше поедем, здесь мы выйдем, получается, на курортный проспект. Мы пройдем здесь, выйдем на фонтан. Этот корпус, повторю, это 3 корпуса, первый удалится. Ну классно же, согласитесь. Вот это все идет детская площадка. Посмотрите, куда она уходит. Вот видите, это тоже все идет детская площадка. Я считаю, не маленькая. Там сколько мы детских площадей видели. Пальмы посажены. Также у нас есть здесь квартира с ремонтом. Забыл сразу сказать. С ремонтом. 38 квадратных метров есть по хорошей цене. 15700 с ремонтом. А есть без ремонта. 11512. Повторю, все зависит от этажа. Тоже детская площадка. Здесь детская площадка. Посмотрите, сколько мест выделили под детские площадки. Молодцы просто.
сейчас мы пойдем у фонтанчика постоим, пообщаемся. Включают вечером подсветку. Вечернее время. У меня, если кому будет интересно, у меня есть видео. Также, когда напишите на WhatsApp, я вам его вышлю. Вот. Здесь тоже вот вид хороший. Посмотрите внимательно. Горы какие. Я вот сейчас вижу примерно вот так. Да. Все в широкоугольном формате просто снимаю, чтобы больше. Смотрите, какая входная группа крутая. Здесь вот фонтан, подсвечивает все очень красиво. Сейчас просто, видите, выключено все. Бьет фонтан. Красота. В общем, ребят, не буду я, дорогие зрители, растягивать большое видео. В общем, я вам показал изначально квартиру с ремонтом. Стоит она чуть больше 10 миллионов, площадью 24 квадратных метра. Это самое лучшее предложение, и вот не побоюсь этого слова, она очень с хорошим качественным ремонтом. Вот, мы сделали хороший, не поскупились. Поэтому я с уверенностью утверждаю, что это самый качественный ремонт за вот пределах 10 миллионов. Также у нас есть здесь квартира с ремонтом. Я вам тоже пришлю ее за 15 700, 38,5 квадратных метров. Также у нас есть здесь 24 квадратных метра по цене 7 500, 8 миллионов рублей, все в зависимости от этажа. Также я вам рассказал про срочное предложение 18 квадратных метров с ремонтом за 7 миллионов. Это срочно хорошая цена. И также у нас есть 18 без ремонта, это 6 500, 7, все в зависимости от этажа. У застройщика такие площади начинаются от 8 600, соответственно, это нижние этажи. Вот, 24 квадратных метра у застройщика стоят 10 миллионов рублей, а я вам предложил такую с ремонтом. Вот, на высоком этаже, на 15-м. Также есть здесь 45 квадратных метров по хорошей цене, 14,5 миллионов, тоже с хорошими видовыми характеристиками. В принципе, на этом все. Рассказал я вам про жилой комплекс «Сочи Парк». Находится он, повторюсь, в микрорайоне Бытха. Это северный склон, удобная транспортная развязка, новый проект, город в городе. И здесь есть абсолютно все. Красивый, богатый, крутой комплекс. Вот. Всем рекомендую, в принципе, его покупки. Ну, по хорошим выгодным ценам. А хорошие выгодные цены вы теперь знаете, где и через кого вы можете их приобрести. Пожалуйста, звоните, не стесняйтесь. Если у вас не хватает немного денег, все равно позвоните, скажите, объясните: Антон, можно что-то сделать? Мы всегда что-нибудь для вас придумаем. Все, всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставим пальцы вверх. Всем пока, всего доброго. Вот такой вот крутой и замечательный проект. Всего вам доброго.